Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Антонио де Переде и Сальгада «Святой Иероним», 1643 год, холст масла 104 на 84. Испанский живописец Антонио де Переде и Сальгада испытывал влияние Риберы и Веласкеса, писал картины на исторические и религиозные темы. Отшельник, представленный на картине, изображен в соответствии с традиционной иконографией. Атрибуты Иеронима – книга, чернильница, символ его литературных трудов. Поскольку именно ему приписывается первый перевод Ветхого Завета с древнееврейского на латынь. В руках отшельника самодельный деревянный крест. В углу изображен камень, которым он бил себя в грудь, спасаясь от дьявольских искушений и бесовских видений. Трубный глаз слева предвещает апокалипсис, а череп является символом бренности всего сущего. Тема конца света связана с изображением на странице раскрытой книги картины «Страшного суда» Дюрера. Вот такое описание нашел в интернете. Картина «Святой Иероним» Антонио де Переде и Сальгада, «Холст масла», написана в 1643 году. Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое.